Сволка, как у тебя? Сволка, как у тебя дела? Эйвор, Ал, скажи, Эйвор, как ты? Я... Давай лучше не будем об этом. Понимаю. Посмотрим на карту союзов. Что там с Линкольнширом? Недавно к нам прибыл дерзкий человек по имени Хунвальд. Хочет поговорить с тобой. Сказал, что дело очень важное. Где он сейчас? На причале. Пьянствует с моими людьми и распугивает рыбу. Ему не терпится с тобой встретиться. Как мило. Что ж, пойду прямо сейчас. Береги уши. Жить по-простому. Может, вас это удивит, но наша беседа вдохновила меня на стихи. Позволишь их прочесть? Валяй, птенчик. Порази меня. О, попытаюсь. Внемлите. Ода алчущему пламени. Кто это? Еще один скальд? Я? Что ты? Какой из меня скальд? Нет, я скромный тен, любящий стихосложение. Всего лишь... дилетант. Могу продолжать? Я пришел сюда не стихи слушать, лорд. Говори, что нужно, или пей. Да, конечно. Я хотел встретиться с Эйвором, великим воителем из этого клана, если мне позволят. Ты говоришь с ним? Как тебя зовут? Богом клянусь, день лишь начался, а мне уже повезло. Я Хунвальд, преданный сын Хундбиорта, элдермена Линкольншира, да исцелит его Господь. Видишь ли, отец болен. Дурные люди пользуются тем, что он не может мыслить ясно. Если верить слухам, это могущественный тайный орден. Месяц назад мерсийские воины вышвырнули меня, его единственного сына, из дома. За что, не знаю. Только сам отец никогда бы не приказал изгнать меня. Путь человека, отвергнутого семьей, труден. Вы могли бы помочь мне вернуться в Линкольн. Мы вместе войдем в город, и вы устроите мне встречу с моим благородным отцом.
Если бы мой отец был смертельно болен, я бы готовился занять его место. Сможешь ли ты взять на себя его ношу? О, как невыносима мысль, что такой человек умрет. Но если так случится... Да, пожалуй, возьму. Я должен. Печален твой сказ, Хунвальд из Линкольншира. Сын, лишенный отцовской защиты, жаждет отстоять свою честь. На что ты пойдешь ради этого? Прольешь ли кровь? Само собой. Правда за нами. И я брошусь в самую гущу сражения, чтобы защитить отца. Что ж, хорошо. Сейчас я нужен своим людям. Но позже мы вместе найдем твоего отца. И восстановим справедливость. Храни тебя, Господь. Мы не будем пытаться прорвать стену щитов, но опасности не миновать. Дай слово, что будешь выполнять мои приказы. Сделаю все, что скажешь. Ну, раз такое дело... Я буду ждать в убежище, в Бодльфстоне, на северо-востоке. Оттуда мы отправимся в Линкольн. До свидания, птенчик. Удачи. Храни вас всех, Господь. Боюсь, я приведу мальчика на его собственную казнь. Зато он заткнется. Больше всего я жажду побеждать врагов с тобой. Пошли. Вместе с тобой мы распахнем двери в зал Всеотца. Покажи мне все. Это и есть убежище Хунвальда? Сегодня мы один из широв Мерсии, но завтра мы станем королевством Линси, свободным, как ветер, щекочущий шею. Королевский род прервался, Хунвальд. И теперь здесь Линкольншир. Дать тебе карту, чтобы ты вспомнил? Эльфгард, дорогой. Хунвальд, это еще кто? Эйвор, садись. Нам бы хлеба и эля. Я говорил с Эльфгаром о своем щекотливом положении. Лорд. Он знатный человек и один из надежных тенов Линкольншира. Надежный, как кружка, которую тяжело опрокинуть, да? Эльфгар поклялся в верности моему роду, роду Яростного Лебедя. С его влиянием и твоей силой мы сможем избавить Линкольншир от негодяев раз и навсегда. Мы ищем твоего отца, Хунвальд, и все. Верно, Эйвор. И скоро найдем. Ты ось в моем колесе. Искра в охапке хвороста. Все, что я могу, отвести тебя к отцу, Хунвальд. Убедить его в своей правоте ты должен сам. Мы говорим об одном человеке?
Твой отец — расточитель, Хунвальд. Это он разорил наш Шир. Очень смешно, Эльфгард. Слушай, я здесь, чтобы отвезти тебя к отцу. Идем, или я ухожу? О, да, в Линкольн, идем! Но осторожно. На дороге полно разбойников, жаждущих убить меня. Глупый кусок сала. Один единственный Дан не защитит тебя от войска Мерсии. Ты ошибаешься, Эльфгар. Сейчас сам поймешь. Я не прочь подраться, Шавка. Дай повод, и я разобью твою варварскую рожу. Ладно, подерусь, да и познакомлюсь с местным отребьем. Когда день встречает тебя парой синяков, это бодрит. Так вот как живется твоим друзьям. Мы справимся, Эйвор. Мы победим в этой драке. Эйвор, я сейчас лопну. Мне все-таки нужно выйти помочиться. Хунвальд, останься. Не устроили. Боже, как ноют все кости. Окунуться бы в море. Заткни пасть, Керл. И не заляпай все кровью. Хунвальд должен был быть здесь. Куда он подевался? Похоже, это Хунвальд. Он пошел через ту дверь. Хунвальд в беде. Этот хилый щенок Уорд? Взгляните. Он... Больно. Умри. Не трогать. Бога. Ним дам, чтобы ему сдохнуть. Меня поразил враг. Я волосок от смерти. Но я выживу. Нам не надо заплатить. Останавливайся, Эйвор. А если я умру... Сейчас ты сдохнешь. Я жив! Я выжил! Господь милосердный! Ты ранен? Невероятно! Ботальфстонскую битву будут помнить долгие годы. Эльфгар, первая победа за нами. Хунвальд, ну как ты? Кажется, цел, но... Нужно поскорее добраться до Линкольна. Да, да, верно. Пора в путь. Кто же преследует меня? Меня, сына почтенного Элдермена. Я был наивен, полагая, что знатное происхождение что-то значит для местных керлов да сервов. Зачем порочить мое доброе имя? Гляди, там суда! Можно отсюда до... Что тебе сообщили, прежде чем изгнать? О, какой-то вздор. Меня разбудили крики. Кто-то схватил меня и сказал, что я опасен для отца. Ха. Глупости. Меня, скованного и с завязанными глазами, отвезли к реке Уолш. И там я услышал. В Линкольншире тебя ждет смерть. В смысле опасен? О, якобы я только и жду смерти отца и мечтаю о наследстве. Будь чист. Будь честен, Хунвальд. Я не смогу помочь, не зная всей правды. Ты не держишь на отца зла? Нет, что ты? Думаю, приказ изгнать меня отдал кто-то выше его. Возможно, Бургрет распорядился прежде, чем его смерть. Вот и Линка. Город, где я родился. И источник моей печали. Мерсийские стражники повсюду. За мной.
Иду, скользящий в тени. Сердце стучит, как барабанщик на Читал дома, кажется таким чужим, неприятным. Не бойся, Линка, ты снова будешь моим. Слава богу, ты жив! Да, дорогой Регенхерри, цел и невредим. Скажи моему отцу, что я вернулся и готов к бою. Нам нужно поговорить. Мне жаль, мой господин, но его забрали. Что? Когда? Уже давно. Когда его забрали, он был совсем плох. Это все, что я знаю. И ты не искал его? Я не посмел о нем спрашивать. Это было бы слишком дерзко. Не тревожься, он в надежных руках. Под опекой Аббатисы и ее монахини. Славно, что у него еще есть здесь друзья. Среди них епископ Херефрид. Его можно найти в ратуше. Он следит за порядком, пока отсутствует твой отец. В ратуше нас ждут неприятности? Ты имеешь в виду стражу? Да. Их стало намного больше с тех пор, как Элдермен заболел. Ясно. Проникнем туда незаметно.
этот человек? Рейдингер. Он очень много лет служит нашей семье. Верен нам до конца. Распоряжается хозяйством, а меня помнит еще мальчонкой. Он человек простой, но свое дело знает. Линкольне торговля процветает. На рынке полно товаров. Да, наверное. В отцовском доме никогда и ни в чем не было недостатка. Хлеб, птица, всевозможные плоды. Должно быть, слуги покупали все это здесь. Линкольн делил с нами свои блага. Ты часто выходил из дома, Хунвальд? Время от времени. Херифрид, скажите Хундбиорту, что я вернулся! Господин, ты жив? Лорд Хунвальд, ты должен был предупредить, что возвращаешься, дабы избежать насилия. Обошлось бы без жертв. Почему ты так удивлен, епископ? Все думали, что я мертв? О, хуже, чем мертв. Мой долг сообщить, что, по слухам, ты ушел на север. Жить во грехе с какой-то жалкой датской крестьянкой. Со мной он в грехе не живет. Я не крестьянин. Я знаю, ты печешься обо мне, епископ, но я не дам бесчестить лебяжью стать. Моя избранница тут ни при чем. А, у этой женщины есть имя. Увы, жителям Шира вряд ли понравится, что отцовскую снисходительность к язычникам ты сам обратил во грех. Я не терплю оскорблений и слухов. Мы пришли поговорить с Хундбиортом, вот и все. Боюсь, лорд Хундбиорт покинул нас. Он не сказал, куда идет, но наверняка скоро вернется, когда утихнет буря. Что ты хочешь этим сказать? Буря? Он боялся за свою жизнь, Хунвальд. Он болен, слаб и не смог бы защитить себя. По крайней мере, от Дана. Как ты смеешь? Эйвору можно доверять? Встань на мое место, Хунвальд. Сперва ты пропадаешь, а затем возвращаешься с викингом и требуешь встречи с отцом. Не похоже, что намерения у тебя благие. Желаю я тебе смерти, эти камни уже были бы залиты твоей кровью. О небеса, какая жестокость! Должно быть, Господь создал язычников не просто так, но я недоумеваю, зачем? Хунвальд, твой отец недолгое время был в моей богадельне, но ушел, не сказав ни слова. Это все, что мы знаем. Идем, Аббатиса. Оставим мальчика наедине с его мыслями. Нам больше нечего ему рассказать. Береги себя, мой мальчик. Будь здесь, в этих стенах безопасно. Я осмотрюсь, может, узнаю что-нибудь о твоем отце. Если мой отец хоть недолго был в богадельне, монахини там могут что-то знать. Расспроси их, если сможешь. Выясни все. Thank you.
отец Хунвальда восстанавливал здесь силы не так давно. Кто-то мог видеть, как он ушел. Ты знаешь, где сейчас Элдермен? Мне есть что рассказать, но не здесь, не при всех. Следуй за мной. Довольно. Что ты знаешь об Элдермене? О, я многое о нем знаю. Как часто ему меняют постель, чем он любит угощаться. Знаю, что он ненавидит лечиться пиявками и так далее. Но где же он сейчас? А, где? Понятия не имею. Ты это хотел узнать? Забудь. Ты старшая монахиня? Да. И мне весьма не по душе, что ты явился сюда с оружием. Здесь богадельня, а не военный лагерь. Будто мало того, что на меня пялятся эти болваны с оружием. Еще и ты. Вам с подопечными ничто не угрожает. Я просто ищу Элдермена. Скажи я хоть слово и лишусь головы. А тогда и все эти несчастные последуют за мной в могилу. Элдермен поддержит вас. Чем скорее я найду его, тем скорее стражники покинут богадельню. Надеюсь на это. Несмотря на все наши старания, лорду становилось хуже. Я была против, но стражники забрали его. Я слышала, как они говорили о банях. В Линкольне нет исправных бань. Значит, речь шла о руинах, что к югу отсюда, у восточной стены. Руины к югу. Ясно, я схожу туда. Молю, найди его. Ему нужен целитель. Этих мерзийских господ в наши туннели. А у нас был выбор? Зато хоть в покое оставят. Они убили одного из своих. Запросто проломят головы и нам. Они нас боятся. Знают, что мы не пальцем деланы. Запомни, Господь карает тех, кто желает зла, тем... Ну же, кому желает? А? Прости, я задумался. Что? Да у тебя не хватает мозгов даже, чтобы моргать вовремя. Ah!
Меня не догнали тут глубоки. Элдерман нашел убежище где-то под Линкольном. Тут нужно быть осторожнее. Все больше мерсийцев. Отсюда до Боленброка отлить негде, чтобы не нарваться на их вымогательство. И легче уже не станет. Но это лучше, чем платить дань. Мы не склонимся перед королем Мерсии. С нас хватит. Mm-hmm.
здесь сражались. Из-за чего? Разбойники схватились с господами. Для первых все кончилось скверно. С изображением лебедя. Похоже, Элдерман проходил здесь. Ключ. Пригодится, если найти нужную дверь. Некий знатный Сакс заплатил разбойникам, чтобы пройти через туннели, ведущие в замок Боллингброк. Мерсийцы заплатили разбойникам за молчание и возможность пройти через пещеры. Разбойники решили напасть на мерсийцев, но те перебили обманщиков. В схватке с Элдермана сорвали плащ. Но он скрылся и отправился на восток, в Боллингброк. Наверняка. Что случилось? Укусили? О, да. Змея. Как и тебя. Вперед! Верняйте саму землю, по которой ходите. Хватит! Отправляйтесь назад на север! Мы навсегда избавим от вас Англию! Нужно быть осторожнее.
Что ты видишь? Нельзя войти в замок. Там что? Мне нужна твоя помощь, Сюнин. Там язычники! Схватимся же во имя Господа!
победим! Замок охраняют. Господин, все готово. Приступим к купанию. Эй, кто здесь? Приветствую. Ты пришел, чтобы воздать должное Элдермену? Твой Элдермен давно не в силах поддержать беседу. И все же рядом с ним хорошо. Мне приказали омыть и подготовить его тело. Кто приказал? Стражники. Они привели его сюда против его воли. Я заботилась о нем, как могла, пока он не ушел. Зачем скрывать смерть Элдермена? Народ Линкольншира должен знать правду, и Хунвальд прежде всего. Стражники передали мне его и велели держать язык за зубами, пока не придет время. Я спросила, почему и меня ударили. Так что не знаю. Я видел все, что нужно, но Хунвальд нет. Ясно. Осмотри вещи лорда, но не знаю, сойдет ли что-нибудь за доказательство. Я поищу. Я не знаю, что это, и не хочу узнать. Да, и я. Очень странно. Грязная одежда и брошь, а на ней знак дома Яростного Лебедя. Можно возвращаться. Я вернусь в Линкольн и отдам брошь Хунвальду. Надеюсь, эта весть не сломит его. Порошок из сушеных трав и ягод. Подготовка к погребению заняла больше времени, чем обычно. Мой господин должен хорошо выглядеть во время обрядов. Нет!
Накину-ка я капюшон. Ну что? Твой отец умер. Что? Как? Брошь, знак дома Хундбьорта. Я нашел ее у его тела. Нет. Нет, не может быть. Он сильный. Он опора Линкольншира. Он не мог умереть. Он... О, бедный мальчик. Мне очень, очень жаль. Я мужчина, Аха! Слышишь меня? Я мужчина и сын своего отца! Помни об этом! Сын лишился отца. Это всегда повод для скорби. Но ваш Шир лишился Элдермена. Это повод для волнений. И часто для войны. Прости, Хунвальд. Еще до того, как твой отец исчез, я позвала священника собравать его. Что? Я не сказала раньше, потому что надеялась, что его спасет чудо. Ты солгала! Пустоголовый Плакса, когда же ты повзрослеешь? Боже, пощади эту женщину. Ей не следовало молчать. Ее долг был рассказать правду. Хунвальд – сын покойного Элдермана. Он займет место отца. Должность не наследуется, но его может поддержать совет Шира. Затем его должен утвердить король Кёлвульф. И кто входит в этот ваш совет? Знатные люди, лорды. Мы собираемся, чтобы управлять делами Шира. Я давно собирался созвать всех на совет. Но из-за неприятностей в Линкольне и набегов разбойников нам было не до того. Кто-то здесь хочет убить Хунвальда. Я готов собрать войско, чтобы убедиться, что эта встреча не ловушка. Совет Шира – законное собрание. Ни Хунвальду, ни тебе ничто не грозит. Кто, кроме Хунвальда, хотел бы занять должность Элдермена? Признаюсь, я хотел бы предложить себя самого. Под моим надзором в Шире, наконец, воцарился мир. Я тоже претендую. Мой род издревле связан с этой землей. И я могу с гордостью сказать, что подружился с данами Севера. Хорошо. Священники оповестят людей. Совет соберется через пару дней. Заходи ко мне, Эйвор. У меня для тебя кое-что есть. Тебе должно понравиться. Я найду время. Эйвор, мы можем поговорить? Как христианин с язычником? Я сожалею, что был столь груб с тобой раньше. Мне стоило проявить доброту и любовь, как велит нам Бог. Любовь трудно подчинить своей воле. Ты прав. В любом случае, спасибо, что развеял эту тайну. Надеюсь, ты придешь на совет. Смерть Хунбьорта больше не тайна.
и враги Хунвальда оживятся. Я должен найти его первым. Аха пошла его утешать. Последую за ней. Осмотрись вокруг. Аха, где Хунвальд? Он не хотел, чтобы я его утешала. Я люблю мальчика. Но не знаю, что будет, если он станет элдерменом. Он раним и рассеян. Он уехал на север по мощенной римской дороге. Думаю, к большому старому дереву. Он часто бывал там с отцом. Хунвальд любил тебя точно мать, а ты лгала ему. Я защищала его как могла. О, святой Кутберт, дай мне сил. Клятвы Эль полезнее ваших молитв и святых. Что происходит? Это не Хунвальд. Мы и без тебя разберемся. За Хунвальда назначили награду? Видно, насолил он кому-то. Ты его знаешь? Знаю. Стало быть, Господь правда меня бережет. Да, видно так. Спасибо за помощь. Надеюсь, что однажды и я смогу тебе помочь. Сюнин, укажи путь. Помнит.
Эйвор, какой приятный сюрприз. Выпьешь со мной? Хунвальд. Давай, садись. Побудь со мной и полюби... Полюбуйся видом. Не предавайся горю, Хунвальд. Если ты не будешь осторожен, этот яд отравит твою кровь навсегда. Не беспокойся. У меня есть противоядие. Не стоит пьянеть от горя и поддаваться тоске. Дай горькой любви согреть мед твоих глаз и к победе путь указать. О, чудесно сказано. Мой отец полюбил бы тебя. Он любил всех, кто прекрасно владел и мечом, и словом. Он был добрым и любил своих людей. Да, он бы мне тоже понравился. Мы так часто бродили с отцом в этих местах. Охотились вместе. Но если я и ловил кого-нибудь, то лишь самых мелких зверушек. Я никудышный охотник. Но он говорил, что гордится мной. Каждый раз. Выпьем. За лорда Хундбеорта из Линкольншира. Он умер и покинул этот мир, но при жизни был стойким, как это дерево. Старый мудрый дуб. Да. Сколь! Сколь! И тут отец говорит, коза-то только развернуть надо. Лебяжьей стати по нраву эта история. Любит посмеяться. Отцу бы она приглянулась. А, твоя избранница. Она так безупречна, будто выдуманная. Знаешь что? Мы заглянем к ней. Отправимся в Бримсби. То есть в Гримсби. Да, нечего терять время. Я за тобой. Выпивка и верховая езда гонят все печали прочь. И все съеденное тоже. Идем. Увидишь мой шир во всем величии. Что саксы знают о величии? Ты ведь никогда не видел гор и фьордов, глубоких, как раны великанов, водопадов, от которых зимой валит пар, снегов, сверкающих, как алмазы. Вот величие! Что ж, если ваш родной край такой величественный, зачем плыть в Англию? На алмазах не вырастить урожай. Так и есть. От здешней природы и впрямь захватывает дух. Именно так. Я люблю этот край. И буду защищать его, если пойду по стопам своего отца. Говорят, что я глуп и неопытен. Но я бы хотел, чтобы меня судили по моим помыслам, а не прошлым ошибкам. И пусть меня посрамят и накажут, если я получу власть и окажусь плохим правителем. Но испытайте меня. Испытайте, потом судите. Что это? Птицы, эй! Им не сказали, что сегодня день скорби? Шш, тихо. Побудь здесь.
Что-то не так. Лучшая защита — нападение. Или прячься! Ну! Сдохни! Эйвон, спаси! На тебя дважды напали, Хунвальд. И все тщетно. Нам повезло. Будь осторожней, или они преуспеют. Кто-то в Мерсии хочет тебя убить. И готов избавиться от всех, кто будет мешать. Да, от всех и от лебяжьей стати. Моя любовь, скорее, нужно спешить. Хунвальд, я серьезно, ты слушаешь? И внимательно, за мной. Хунвальд, тут точно безопасно? Да, места безопаснее нет. Что ж, у меня есть шанс стать элдерменом, но я должен доказать, что достоин. Тебе, Ширу, ей! Я не могу без своей возлюбленной. Благодаря тебе я понял, как страшно пренебрег ею, погрузившись в свое горе. Убедиться бы в этом. Небесам. Вот она. Хунвальд, я думала, ты мертв. Прислал бы весточку. Мы давно не виделись, моя прелесть. Мне очень жаль, что так вышло. Ничего, милый. Я чахла без тебя, но не завяла. А это кто? Ах, да. Рад представить тебе Эйвора из клана Ворона. Здравствуй, Эйвор. Рада познакомиться. И я лебяжья стать. Я сомневался, верить ли рассказам Хунвальда, и зря. Удивлен, что он выбрал Данку? Не совсем. Удивлен, что ты выбрала Сакса. Но Хунвальд, видно, умеет смягчать сердца. Эйвор помог мне найти отца. Но дело обернулось куда хуже, чем я надеялся. В чем дело? Мой отец умер. Вроде бы от страшной болезни. А затем его тело спрятали в какой-то подвал. Любимый мой, мне так жаль. И здесь в Шире есть люди, жаждущие отправить Хунвальда вслед за отцом. Пусть рискнут. Я убью их. Скоро созовут совет Шира. Пусть Хунвальд дождется его здесь, вдали от чужих глаз. Может, мне от всего отказаться?
забыть о титуле отца. Я могу жить здесь, с тобой. Только ты и я. Нет, Хунвальд. Ширу нужен смелый, добрый правитель. Займи место отца и продолжи его дело. Силы лебяжьей стати хватит на вас двоих. Слушай ее. Да. Если кто сможет ободрить меня перед советом, это ты, любимая. Заходи в дом и отдохни, любимый. Удачи, Эйвор, и спасибо. Приглядывай за ним. Его уже не раз пытались убить. Мой клинок наготове. Не сомневаюсь. Добро пожаловать, друг мой. Тен Эльфгар, вижу, в твоем распоряжении немало земли. Верно. По пути к моему острову в этом море пшеницы легко затеряться. У тебя много земли и зерна. Хвастать этим, живя на одиноком холме, ты храбр. Дело в доверии. Я верю, что уважение ко мне удержит и саксов, и данов от искушения. Эльфгар, ты говорил, что хочешь что-то мне показать. О чем шла речь? Ах да, точно. Взгляни. Это прекрасное оружие принадлежало покойному элдермену Хундбиорту. Он оставил его здесь после охоты. Это мой подарок тебе. Это похоже на подкуп, Эльфгар. Ты пытаешься заручиться моей поддержкой? Подкуп? Боже, нет. Это знак признательности. За то, что ты выяснил, куда пропал Хундбиорт. Не стесняйся, бери и идем. Для нас поднимут в лесу какую-нибудь дичь.
Оставим на время политику. Давай вместе насладимся плодами моей земли. Так дичью или плодами? И тем, и другим. Всем, чем захочешь. Мне не жаль для друзей того, что приносит моя земля. Если честно, Эйвор, мне уже давно досаждает огромный медведь. Я должен разделаться с ним, пока не случилось несчастье. Ты позвал меня убить его? Да, и я так рад, что ты согласился прийти. Думаю, ты лучше других знаешь, что я способен управлять Широм. Хотя королевский род, считай, прервался, здешние люди полны жизни и надежд. Но теперь Шир увядает. Чтобы жить, ему нужна свежая кровь. Скажем, я. Что, прости? Я свежая кровь в чистом виде. Может, мне претендовать на место Элдермена? Ох уж ваши мрачные шутки. Грубые, как молот. Тот, каким вооружен ваш бог грома. Увы, забыл его имя. Ну и? Я хотел сказать, что мне очень нравятся ваши люди. Люди вроде тебя. Те, кого я уже видел. Плевать, что говорят дураки вроде Херефрита и Хунвальда. Даны достойный народ. Вовсе не глупый. Спасибо, что заметил. Я помню, как даны впервые здесь появились. Местные были в ужасе. Их пугали не набеги, а то, что у них уводят жен и мужей. Ведь вы так богато... Так мы охотимся? Или ты ждешь, чтобы я заплел тебе косы? Охотимся, конечно. Логово зверя где-то здесь. Старый друг, как же я рад тебя видеть. Вот приятный сюрприз. Какой сюрприз? Ты же сам меня позвал. Да, а как дела в Гримсби? Как поживают даны? За всех данов не скажу, а я хорошо. Жду не дождусь охоты, ведь ты для этого меня пригласил. Да, верно, отлично. К слову о данах, я хочу представить тебя Эйвору. Возможно, вы знакомы, раз уж вы оба даны. Вообще, я норвежец. Ты бы узнал, если бы спросил. Здравствуй, Грим. Я рад, что ты с нами. Здравствуй, Эйвор. Так он заманил тебя сюда, позвав на охоту? Он... Да, на медведя. Мы пришли сюда ради охоты, клянусь вам. В склоне холма есть пещера. Подходящее место для берлоги. Если зверь впрямь такой большой, как сказал Эльфгар, надо идти всем троим. Я готов. Хочу добыть меха на новый плащ. В этом лесу полно всякого зверья. Не найдем медведя, найдем кого-нибудь на ужин. Власть над этой землей дарована мне Богом. Он позаботится о нас. В том, что тут живет зверь, сомневаться не приходится. Это не медведь. Волки! Поместье пылает, как хворост. Скоро огонь охватит поля. Эйвор, ты умелый воин. Я не могу тебе указывать, но... Бога ради, помоги мне! Я пойду с вами. Горстки щуплых мертвей. Гастрам! Флюга! Флюга! Бойцы, держимся вместе! Жечь этого дана любовь!
Лети, Сюнин. Поджигатели мертвы. Теперь нужно потушить пожары. Верно. Ужасно. Море пепла. Благодарю тебя, Эйвор, за помощь. Ты богатый человек, Альфгар. Отстроишься. Конечно. Но сколько тяжкого труда нужно, чтобы... Боже милостивый! Медведь вернулся! Скоро созовут совет Шира. Я возвращаюсь в Линкольн, чтобы за всем проследить. Скажи, все уже готово? Совет Шира скоро начнется. Присоединишься? С тобой нам будет спокойнее. Да, любопытно посмотреть, как все пройдет. Веди же. Когда будут голосовать? 12 лордов Линкольншира уже сделали свой выбор. Но голоса разделились, за каждого по 4. Решающий выбор будешь делать ты. Я? Но чьей властью? Похоже, ты заслужил доверие 3 наших кандидатов. Даже епископу пришлось по нраву твое мужество. Эльфгара и Хунвальда пытались убить. И епископ по-прежнему напуган. Кто-то жаждет помешать вам. Пытались. Но ничего не вышло, слава богу. Я их спас, а не ваш бог. Молюсь, чтобы сегодня тебя направлял Господь, а не дьявол. Спас.
Добрый вечер, Эльфгар. Эйвор, нет же ничего дурного в том, что я ищу твоей поддержки. Но она нужна мне. Голоса разделились поровну. Это трудный выбор, Эльфгар. Я отнесусь к нему серьезно. Да, конечно. Но позволь сказать откровенно, я тот, кто приведет Линкольншир к процветанию и победе. Я верю в твою искренность. Приветствую, лорд. Я все верно понял? Ты поможешь нам выйти из тупика? Да, верно. Дашь совет, пока я не сделал выбор? Хундбьорд был безрассудным, но храбрым и честным человеком. Я вижу эти черты в его сыне. А значит, мой выбор — Хунвальд. Ты из свиты короля Кёлвульфа? Да. Король благословляет всех вас. Каков бы ни был ваш выбор, король его одобрит. Он быстро учится. Славно. Грим, рад видеть тебя вновь. Я тебя рад, Дрэнк. Видно, в Британии уже привыкли, что по ее землям разгуливают даны. Кого поддерживаешь ты, Грим? Если не ошибаюсь, Эльфгар твой друг. Да, он хороший человек. Но я скорее за епископа. Епископа? Странное решение. На этих христиан легко надавить. Они отчаянно не хотят сражаться и согласятся на все, что предложит Дан. Поддержи Хунвальда, и род Яростного Лебедя вернет себе былую славу. Как ты, лорд? Я горячо молюсь, и моя воля тверда, Эйвор. Став элдерменом, я подарю Ширу радость. Хороший правитель не только веселится. Он должен быть силен, суров и готов пойти на риск. Само собой. Здесь требуется сила, мудрость, отвага. Меня не затянет болото посредственности. Не бойся. Рад слышать. Поддержи Хунвальда, и род Яростного Лебедя вернет себе былую славу. Епископ. Эйвор. Спасибо, что бесстрашно принимаешь участие в Совете. Я удивлен, что ты поручился за меня. Если честно, я и сам удивился. Но так я смогу испытать веру Господа в мои силы. Благодаря мне в Шире скоро закончится век беззакония. Видит Бог, мое сердце полно любви к линкольнширцам. Я молюсь, чтобы он помог тебе принять решение. Безумный ход, епископ. Настолько, что может сработать. Что ж... В любом случае... Три человека, три исхода. Кто из этих жалких кукол лучше спляшет, по твоему слову? Я должен решать не ради себя, но ради своих людей. Кто будет полезен нам в час нужды? Нельзя знать наверняка, как к тебе относится другой. Думай лишь о себе. У всех есть достоинства и изъяны. Эльфгар несколько заносчив, но богат и умен. Элдерменом он будет хорошим, а союзником... Хунвальд не самый умный или хитрый, зато добрый и храбрый, и то, и другое поможет в час беды. Епископ упивается своим христианским благочестием, но он мудрейший из троих и уже проявил себя. Хунвальд не самый умный, и то, и другое поможет. Правь с гордостью, яростный лебедь. Законный совет Шира постановил, что элдерменом Линкольншира станет сын покойного лорда Хунбьорта. Лорд Хунвальд Линкольнширский.
Я не знаю, что сказать. Я страшно, безумно благодарен. Да. Что тут добавишь? Я не знаю. Мне не достает отца. Лучше бы он стоял здесь, а не... Что ж, я буду стараться. Ради каждого из вас. Поднимем чаши. Выпьем за нового Элдермена. Как мы все знаем, это решение пока еще не окончательное. И теперь мы нижайше просим нашего короля утвердить этот выбор. Но беспокоиться не о чем. Кёлвульф друг и Саксом, и Даном. Он наверняка одобрит наше решение. Наш верный добрый друг Этельсвита. Ядовитая гниль поразила весь этот шир. Есть лишь один способ извести ее. Что? Это значит... Элдермен и Линкольншира, ко мне! Ради торжества древних, убейте всех! Эй, крыса! Держись, Кунваль! Встречает нового Элдермена. Господь, дай мне! Уже не дышит. Надо отыскать живых. Готов просиживать зад, Хунвальд? Место Элдермена твое. Как военный советник, рекомендую схватить мерзавца сразу. Он еще близко. Сперва похороним павших, да? Это решать тебе, Элдермен. Да, верно. Похороним павших и соберем фирт. У меня просто нет слов. Верный служитель церкви. Я буду молиться за этих несчастных и поставлю на ноги всех раненых. Удачи, Аха. И тебе, Эйвор. Храни тебя Бог или боги. With their way.
средь бела дня. Хунвальд, ну что? Мы узнали, что после резни Херифрид уехал в крепость в Анкастере. Я уже собрал там фирт. И довольно большой. Люди ждут твоих приказаний, Эйвор. Точнее, твоих, Элдермен. А, да, точно. Моих. Ну и... что нам нужно сделать? Кто знает. Отправимся в твой лагерь и вместе выясним. Херифрид дружил с моим отцом и всегда был дорог мне. Не понимаю, что на него нашло. Прежде чем начать резню, он упомянул один древний орден. Я знаю точно, что на него нашло. Правда? Расскажу в другой раз. Это вызовет отвращение у прихожан всей Мерсии. Херифрид – грязное пятно на имени епископства. Ваш Христос был занятный, малый, хоть и слишком мягкий. А вот христиане редко похожи на него. Этот день прошел не зря, Эйвор. Сегодня я узнал, что дух отца по-прежнему горит во мне. Узнал благодаря тебе. О дне, когда был спасен Линкольншир, сложат песни, и твое имя будет в каждой строфе. Не торопись, Хунвальд. В этой песне пока маловато строк. Гром битвы зовет нас. У вас, язычников, страсть к битвам. Я ее не разделяю. Меня страшит дьявольский пир, который готовит епископ. Пусть епископ не тревожит тебя. Он сам станет угощением, ведь с нами Эйвор. Ахе, верно, очень тяжело. Епископ был ее другом. Должно быть, чувствует себя так, будто сам дьявол напал на ее монастырь. Я говорил с ней. Она скорбит, но полна мужества. Все будет в порядке. Ее обманывал тот, кто должен был... Мы народ Линкольншира! Не забывайте! Мои предки бились рядом с королями Линси. Сегодня мы почтим их память. Невиданная резня. Безумный епископ заплатит за это. Ну и дерзость. Напасть средь бела дня. Ненависть епископа неутолима. Наш полководец прибыл. Фирды готовы к бою. Скажи, Эйвор, смогут ли люди, которые здесь собрались, победить? Если их храбрость вдвое превосходит их число, возможно. В вашей Вальгале есть место для яростного лебедя? Конечно. Поднимай свое знамя. Значит, мы готовы? Начинаем. Готовь фирт. Сперва мы пробьем внешнюю стену, затем перебьем тех, кто внутри. Святые войны Линкольншира! Пробивать стену лучше всего тараном. С этим я помогу. Ударим сильнее! Береги стрелы! Щиты! Слушать меня!
чистокол. Можно взорвать его или разбить выстрелом из спрингалда. Как-то веселее. Боги, шериф безумен. Ты, говори, где епископ. Хватит смертей на сегодня. Он заперся в часовне. Прячется. Проклятый трус. Каждый здесь должен получить по заслугам. Tibi edit ipse benedictus. Non vivet in Иди, господин, мы проиграли. Продолжай дело Божье, сын. Ah!
Incam bo into septimo di luculo electrae erbis vertempus. Я умер, когда надел эти одежды и крест. Когда унизился, чтобы нести свет нашего ордена людям. Когда пробивался наверх в этой заурядной церкви для заурядных людей. Лучше бы я жил, как жили древние. В этом людское безумие, Херифрид. Мы плещемся в своих неудачах, как свиньи в помоях. Лучше бы ты полюбил жизнь. Епископ, с ним покончено? Он юлил и много болтал, теперь он мертв. Я жалеть не стану, но Аха будет горевать о нем. Теперь ты правишь Линкольнширом. Самый трудный бой впереди. Я все еще слышу грохот битвы. Кажется, я понял, как вести за собой людей. Славно. Я хочу попросить об услуге. Проси. Теперь я буду вести опасную жизнь. На первых порах точно. Может ли лебяжья стать укрыться у людей из твоего клана до тех пор, пока опасность не минует? Мы с радостью примем ее. Спасибо, мой норвежский берсерк. Без тебя в медовых залах нашего Шира будет пустовато. Наши люди теперь связаны братством. Если что, помощь придет. Проклятье. Я не умею прощаться. Ну все, хватит. Похоже, сам ветер зовет меня к Рандве. Сообщи ей добрые вести. Это случилось.
пути, Дэн. Линкольншир на нашей стороне. Восхитительно. И кто же наш союзник там? Новый элдермен Линкольншира Хунвальд. Он еще мальчишка, но поклялся быть нашим союзником. Это громкий такой. Что ж, если захочет помощи, то сможет просто крикнуть. Хвостатый. Что видишь, Сюнин? Расправь крылья, Сюнин. Эйвор, это Лебяжья Стать. Здравствуй. Лебяжья Стать, ты здесь? Да. Нужно отправить письмо Хунвальду. Ты же знаешь, как он за меня волнуется. Он точно по тебе скучает. Но как элдермену ему не пристало поддаваться унынию. Надеюсь, с ним все в порядке. Он очень славный, но его ноша слишком тяжела. Он справится. У него сердце конунга. Устраивайся. Добро пожаловать. Лети же, Сюнин.